Этот видосик мы записываем накануне праздника церковного, который совпадает у нас с Днем Единства, вот, всероссийского, значит. Пошел третий год существования нашей арт-студии. Мы работаем очень малочисленной группой. Народ ходит крайне неактивный. Я при этом думаю, что художники воюют за большое искусство не числом, а умением. Завтра в парке у нас открывается выставка, выставка, посвященная народным промыслам, ну и где мы там тоже принимаем посильное участие, порядка 15 работ мы сдали. 8-го у меня открывается выставка Псковской научной областной библиотеки. Там будет экслибрис в моей жизни, тематика, графика. Вот. Я им что-то подарил, что-то вот на выставку дал, на экспозицию. Потом, значит, следующий вояж у меня будет Псковский музей. Там тоже ждут мои работы. Вот. А в областной библиотеке я, наверное, серию выставок проведу. Минимум 3-4. Вот. Есть там что показывать, ну, все графика. Что здесь с картинами? Ну, вот пишем, пишем, пишем. И все, что мы делаем. Помаленьку изучаем основы масляной живописи, занимаемся таким самообразованием. Вот. Кто лучше, кто хуже. Люди приходят, уходят, но основная масса посмотреть приходят, условия, к сожалению, требуют лучшего. Вот. Работаем на самообеспечении. Вот. Я в основном материалы, краски покупаю каждодневно, вот, чтобы работать. Покупаю каждый месяц, трачу там со своей скудной пенсии, с каких-то приработков. Вот. Коммерциализацию пока наших работ не делаем, слишком мало работ. Ну что, я вот лично продал пару всего. Считаю, что живопись – это неплохое проведение старости. Меня устраивает наряду с краеведением. И вот такое хобби еще, ну, мне нравится. Вот. Всегда во мне жил дух художника, и поэтому вот я решил в старости немножко вернуться к своим творческим корням. Первоначально у меня проект всегда был графика, сейчас графика плавно перетекла в живопись. Я очень рад этому обстоятельству.